Участники фестиваля «Байкальская миля» протестировали аксессуары марки «Беркут» в условиях русской зимы. В этом году в скоростных заездах по льду приняли участие более сотни мотоциклов, автомобилей, снегоходов и других видов техники, пытаясь установить рекорды Байкала и России. Вот здесь и пригодились помпы «Беркут Smart Power». Компактные насосы на батарейках и аккумуляторах давно полюбились снегоходчикам и владельцам моторных лодок, поскольку позволяют аккуратно и легко переливать бензин из канистр в технику или обратно. Даже на морозе, питаясь от двух или четырех пальчиковых батареек, помпа способна перекачать несколько сотен литров бензина. Байкальская миля родилась как мотофестиваль, поэтому двухколесной техники тут больше всего. И именно поэтому компактный электрический мотокомпрессор Беркута пришелся здесь кстати. Этот насос можно запитать как напрямую от аккумулятора, так и от прикуривателя. Ну и, наконец, самый актуальный в условиях зимы аксессуар — пусковое устройство, которое запустит холодный двигатель за счет энергии встроенной литиево-полимерной батареи. Кроме того, пускач пригодится как фонарик и большой пауэрбэнк для зарядки телефонов, планшетов и ноутбуков. Участники «Байкальской мили» не только смогли протестировать аксессуары «Беркут», но и получить устройство в качестве призов от телеканала «Автоплюс». Один из «Беркутов» достался пилоту гусеничного ультратанка. Это самый стандартный Bentley Continental GT с пакетом плохих дорог для России. Покупался в салоне именно в этой комплектации. Так что в целом проблем нет, только что прошли техосмотр. Съемочные группы канала «Автоплюс» постоянно используют устройство «Беркут» в самых разных условиях. И они отлично себя зарекомендовали в деле.